А теперь наши сегодняшние книги-новинки. Дмитрий Мережковский, «Испанские мистики». Книга-то вышла в издательстве «Водолей». Это издательство находится в Томске. Тиражом 1000 экземпляров. Впервые эта книга была издана в Брюсселе в 1988 году. Мережковский был очень религиозным писателем и философом. И вот эта книга впервые знакомит русского читателя с жизнеописаниями святой Терезы Авильской и святого Иоанна Креста. В качестве приложения опубликован роман жизнеописания тоже Мережковского «Маленькая Тереза». Владислав Ходосевич из «Еврейских поэтов». Книга это выпущено в издательстве «Гешарим» тиражом 5000 экземпляров. И она достаточно интересна, потому что вообще переводить еврейскую поэзию на русский язык начали в 60-х годах прошлого века с целью обучения евреев Русской империи русскому языку. Тогда для перевода были привлечены самые известные литераторы, такие как Федор Сологуб, Вячеслав Иванов, Валерий Брюсов и, конечно, Ходосевич. При жизни Ходосевича эта книга неоднократно издавалась. В новом издании, это издание билингва, русский текст сопровождается еврейским текстом. Ирина Адоевцева. Я думаю, вам хорошо известно имя этой замечательной мемуаристки. И вот этот том вышел в издательстве «Согласие». В эту книгу вошли две знаменитые работы Ирины Адоевцевой «На берегах Сены» и «На берегах Невы», а также тексты семи ее поэтических книг. Как вы, возможно, помните, Ирина Адоевцева была женой известного поэта Серебряного века Георгия Иванова, и почти всю свою жизнь она провела в Париже. Однако перед смертью она приехала в Россию. Умерла Ирина Адоевцева в 1990 году. А теперь наша мусорная корзина. Эту книгу нам прислал наша читательница из города Щелково Московской области Низина. Она считает, что эта книга чрезвычайно скучная, и, как пишет в письме, в конце концов, лучше бы все умерли, настолько надоело ей эту книгу читать. На сегодня вся наша книжная и литературная информация. Спасибо, что вы были вместе с нами. До встречи завтра. Завтра у нас в гостях главный редактор журнала «Наше наследие» Владимир Инишерлов. Пока.